Так, сегодня 11, да? 11 мая на 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозпостройках. Тушение в лесной зоне продолжается. По результатам облета открытого горения не наблюдается. Идет тление стволов деревьев. Всего на тушении окруженно задействовано около 500 человек личного состава и 69 единиц техники. ДЧС, ВКО, лесников, местных исполнительных органов и сотрудников полиции. В результате пожара погиб один человек и двое пострадало.